Пойдем, па. Пойдем, лучше в караоке споем. Специально к дню рождения клуба веселых и находчивых снова в Москве действует уникальный армянский караоке. Не стесняемся, подходим, поем, цены те же. Взрослым 18 рублей, детям 13 рублей, красивым детям 2 рублей. Тишина 50 рублей. Не стесняемся, подходим, поем русские эстрадные популярные хиты. Давай пойдем со мной туда, где нет ни снега, ни дождя. Давай пойдем со мной в подъезд, там нет ни снега, ни дождя. Поэтому не стесняемся, подходим, поем популярные хиты российской эстрады. Плачет девочка в автомате, перепачканное лицо. Вся в слезах и губной помаде, видимо, плакала и красилась. Поэтому, если есть девушки в зале, не постесняемся, подходим, поем уникальные русские песни. Путана, 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 ночная бабочка, куда смотрел отец. Если в зале есть взрослые, подходим, не стесняемся, поем. Невозможно рассказать наизусть войну и мир, очень сложно. Не стесняемся, подходим, поем хиты Аллы Борисовны Пугачевой. Ах, какой был мужчина, что ты, что ты. Ах, какой был мужчина, ой, ой. Ах, какой был мужчина, а оказался Кристина. Поэтому, если в зале есть такие мужчины, не стесняемся, специально в честь юбилея подходим, поем отличные песни 60-х годов. Как всегда мы до ночи бродили с тобой, потому что с тобою мы дрожжи. Если в зале есть люди, которыми происходили такие случаи, абсолютно не стесняемся. Уверенным шагом подходим, поем в армянский караоке. Итак, очень праздничная песня. Сегодня праздник у девчат, как будто сговорились. Если есть такие проблемы, не стесняемся. Подходим, поем уникальные песни в исполнении Валерия Сюткина. Выходит утром на балкон самоубийца Вазген Карапетович. Если в зале есть такие люди, не стесняемся. Подходим, поем в честь КВНа великую КВНовскую песню. Абдулов, надежда жюри, а компас жюри это Гусман. Ярмольник сидит с бородой, а Эрнст Львович Константин. Согласен. Уважаемые друзья, согласен, немножечко нескладно, но зато празднично и в тему с днем рождения КВН. Спасибо.